И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж, поехали. Так, ну тут надо будет слева направо перепрыгнуть или справа налево. Еще больше людей. Блин, тут что происходит-то? В смысле? Воу-воу, бомбочка. О, денежка-то капает. Блин, не получилось. Не проканало. Бомбочка. Что там говорил? Кто там кого боится? Ух ты! Откуда пришло? О! Ты упал? Ко мне не подходи, а то зарежу. Все? А, не совсем. Опа! Это ж босс. Блин, меня сбили. Кто-то бегает. О, еще денежка, крабики. Ты мертвый. А он еще тут бежит. I don't want to be pushy or anything, but maybe try my glove shot every now and again, you know?
Так, всех перебили вроде. Now report to your commanding officer and we'll send you off to die fighting for us on whatever dumbass planet we decide. See ya. Так. Прошелся, говорит. Говорит, теперь будем решать, куда тебя послать на любую планету. Куда заходим, короче, да и пошлем. Ведь тут ничего нету. Странно. Че это как ноги, что ли? Похоже, ну, в смысле. Часть. Блин, тут нет ничего. Даром только попёрся. А, тут еще и тупик, да? Нет. Не совсем. Нет, все-таки тупик, блин. Можно плюшку? Так, и что это у нас? Полторы штуки и 500. Какой-то мод. Ну что, непонятно. Ну, возьмем давай. Почки какие-то нарисованы или что-то типа того. Ну-ка, что там у нас в этом? А где наш инвентарь? Вот он. А, вот. Это для ножа. Это для прыжка. Так, это лапка, это я всякую ерунду покупаю. Сам не знаю, для чего это надо. Но раз продается, значит, наверное, для чего-то это надо. Мод. No mod. Так, во. Установили что-то в него. Теперь он пожелтел, что ли? Please don't feel like you have to buy anything. Not a deal, but fair, you'd say? Maybe. Так, а это чего? Так, во. Это усилитель, я так понимаю. Stop trying to kill everyone. Sometimes it's a pleasure doing business with you. Ага, вот оно еще. Вот и нормальная тема. Так, а это что еще? Косарь, как раз есть. 1300, а у меня теперь здоровье будет больше. Было 1200, стало 1300, отлично. И я все бабло потратил. Ничего, заработаем еще. А вот я, по-моему, сюда бежал, да? Ага. Бежал, бежал, да не добежал. Ну, пошли. Так, куда? Куда ты собрался? Это астероид, короче. Не так понятно, что астероид. Так, ладно, поехали. Трубы. Я понял, тебе опять надо делать то же самое. Ой, блин. Я понял, тут трогать не надо. Хотя, подожди. Так. Туда. Так, вот туда теперь он пошел.
А туда ему не надо явно. Ну, блин, что-то непонятно, куда тебе надо-то. Так, наверное, так. Либо так, либо этак. Так, что-то получается. О. И здесь что-то надо сделать. Кажись, все. Посмотри, какой он маленький, симпатичный и без этот беспомощный. Этот доктор. Пчела? Ну давай по пчелам попрыгаем. Этот говорит... Опа. Ну как же тебя? Может быть этим? Фига себе. Нет, так... Это так не работает. Я люблю матерей. Сначала пошастаем немножко, вдруг где-нибудь. Так, здесь мы не пройдем явно. Ух ты, дайте мне такую штуку. Я тоже хочу полетать. Так, пошли туда вниз. Нам явно сюда было изнесло. Эй, motherfucker! У нас патронов у нас. Модификация на патроны пока недоступна. Но у меня денег-то... Ух ты, он что, наводящийся, что ли? Вот давай им туда запулим эту. Вообще в голову попал. Фига она там отскакивает от всего. Потише стало. О, они мне не нужны. Так, а тут чего? Денежка есть? Деньги, 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 деньги нет. И там тоже я ничего не вижу такого. Может еще выше? Выше я уже вряд ли залезу. Блин, чуть не высадил, не навернулся. Так. Еще здесь зыркнем чуть-чуть. Так, ну здесь опять же тоже ничего я не вижу. Никаких этих вот сумочек. Оп-оп-оп-оп-оп. А, нет, не пройдешь. Сильно толстые мы не пролезем. С красным знаком, неужели на них можно будет цепляться когда-нибудь? А, площадку перепрыгнуть можно, серьезно? Или встать на нее? Чуть я не собираюсь рисковать. Хотя. Попробуем. Блин, я промахнулся.
промахнулся. Опять. Ладно, забудем на время. Так, вот эту вот штуку может сбить надо. О, деньги. Немножко копеечек. Так, мостик, как тебе там, вон туда, да? Они еще хуже сделал, да? Ага. Надо было наоборот. Да, елки-палки. Так, а теперь она меня может сбить, да? Да. Поэтому... Опа! И понеслась. Говорит, я готов для выстрела слизью. Бешеный день. Так, денежки есть? Не вижу ничего. Ублюдки. Попробуй свои собственные пилюльки. Убийство этих слабеньких уродов ничего для меня нету, вот. Не, ну, в смысле, не имеет никакого значения, типа того, что... Так, все. Где деньги, елки? Моталки. Я все бабло растратил. Чем я буду модифицироваться, апгрейживаться, ничего не вижу. Ладно, поехали. Так, вот здесь можно пройти, да? Хотя, смысл от этого? Там ничего нет. Короткие пути, но я их не могу открыть, потому что... Ну, потому что. Поехали. Куда нас потащили? А, вот. Так, 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 где бабло, где что? Опа, что тут у нас? Ничего. Трубы. Наверх надо, значит. А тут тоже может сбить, могут сбить так. Вот отсюда. Нет. Ладно. О, господи, тут еще хуже. Даглас прямо за этой дверью. Ему... Так, 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 вот это... Фрупи, слупи. Nope. нет. И тоже нет. Ага. Да подожди ты, блин.
Лезь давай в своей семье. Не знаю, ни хрена тут и трубы миллионных. Наполовину, говорит, прошли. Продолжай, продолжай. Так. В натуре два вагона. Так. Да не бухти ты там, так, что-то я делаю не то. Вот это, да? Лезь давай. А ты можешь нифига надо проползти. А мне куда? Well, shit. Does that mean he's, huh? I feel pretty stupid right about now. По-моему, нас немножко обманули. Чё-то мне так кажется. Oh shit, that's Gatterol. Feed me some of that. It gives me more energy. It gives me energy back to do more cool shit. Так, ладно. Это так его не накормишь. По-моему, это и был босс, не? Говнюк мелкий. Обманул меня. Где он, блин? Фига он не вмещается. Здоровья мало. Ой-ой-ой. Еще одна волна, говорит. Но это мне как раз на руку. Ой, туда не надо идти. Блин, я ж не попал. Все, откажись. А где он? А, вот он. Серьезно, новая пушка? Right, dipshit, let's go. Ох, нифига она стреляет. Like sort of О, зато он замедляет время, теперь можно проходить сквозь эти. Понял. Прикольно. Тот говорит, давай-давай, я здесь тоже довольно-таки хороший. Но пока мне нужен он, чтобы пройти. А как через них как переключаться-то? Единичка, двойка, тройка, не? Может, в меню? Так, я мод какой-то поставил. Он желтый был. Может, без мода он лучше был?
А что мод дает? Может быть, ничего. А пускай будет с модом. Так, как тебе выбрать-то? А, во. Тут у нас уже дофига всякой разной ерунды есть. Но пока мне нужна эта пушка. Вот мелкий засранец. Всю дорогу меня мало. Так, тут больше взять-то нечего, да? Да, вроде и нечего. Уи. Ова. Douglas, it's Gargantuous. Where the fuck are you? I thought you made a complete fool of yourself at that point. Ты где, говорит, пропал? Not good, Douglas. Нехорошо. Гадлос или как его там. We're spread thin over on Earth, and I need more troops immediately. Not to mention things are gonna start heating up all over the galaxy as demand goes up. Мне говорит, надо больше людей. Я буду что-то там вторжение на Землю, что-то такое, бла-бла-бла. Okay, yeah, fuck that. Мелкий говнюк. О, чуть-чуть. Откуда он знает Дагласа? О, спасибо. Что случилось? Эй. Прикольные кристаллы. Не знаю, я уже к той пушке привык, тут новая появилась. Закрыто. Правда, она нифига не точная, вообще не точная. Не пойму, куда стреляет. Можешь стрелять такими, а потом прикончить их такими кристаллами. Ты что читер вдруг? Так, как мы туда перепрыгнуть-то? Бляха. В смысле меня скинуло? Алло? Используем мою бомбу временную. Ну, давай, и что она мне даст? А их отбивать можно обратно. Блин, кончилось. Временная бомба, что она мне даст? Я что-то не пойму, что делать надо. Тут ничего нету? Ничего тут нету? Так, вот, что это такое? Стрельба через это. А, вот теперь я понял, что сейчас эта фигня будет проезжать, надо заморозить ее.
и перепрыгнуть. Вот так вот. Просто нужно было всех поубивать. Так, а это что? А, оружие переключаться. Понял. Отлично. Так, телепорт есть, можно туда зайти. Чё это? Не знаю, что это было, да пофиг. Чё стоишь? Так, что-то там это лица что-то пишет. Или как ее там? Так, куда же нам дальше-то? Вот здесь телепорт, правда, куда-то. Возможно, все. Надо уже уходить. Здесь мы, наверное, уже... Хотя тут были многие места, которые я еще не посетил. Да и ладно. По-моему, нас на начало уровня скинуло. Ну, или плюс-минус на начало. Вон есть телепорт, пошли домой. Сейчас нам косарик дадут. You think I'm supposed to be impressed that you killed a G3 officer? Well, okay, you're fine. I think it's pretty insane you didn't die. That's all you're getting out of me. Now, turn that bounty in. What the heck? Динозавр какой-то. Who's there with you? Did you get a new Gatling? Yeah, the name's Sweezy. Get used to it, you old fuck. Sweezy, пушка. Привыкай. Старый жук. Блин, не мне так еще авторских прав на эту фигню не хватало. Че там? Ты еще не поубирал тут говно это? Сидишь телевизор смотришь. Интересно, на улице можно выйти? Можно. Но там бы еще один босс был. Вот, смотри, захватился. Опа. Здесь, смотри, хорош при этом. Походу, все-таки я дальше теперь могу этой вот захватом этим работать. О, там уже поле силовое, туда не пройдешь. Так. Пончик жрет. Что-то квартира, типа. Ну и что я здесь забыл? А-а-а. Может, ты меня все-таки пропустишь? Ну, ага. Вот денежка. Пицца. А пиццу взять нельзя? Ну, жалко. А выйти? Ага. Зайти-то я зашел. Вот выйти. Вот, теперь вышли. Там еще были места, где можно было попрыгать. А здесь что такое? Закрыто. Ладно. Так, а тут опять кто-то плачет. No killing right now. Музыка.
Надеюсь, у этой музыки нет авторских прав, блин. Пускай играет. А дальше куда? А дальше некуда. Странно, нафига это? А, подожди, тут может машины, да, вот машина проезжает время от времени. И можно заморозить и куда-то перепрыгнуть. Что, магазин продают? Но... Вот еще приблуды какие-то есть. У нас бабла не хватает, да? Не хватает, не хватает и не хватает у нас. А зачем это? Это не продается. 800. А у меня и 800 нет. Тут дофига что продается, блин, но денег нет. А я же уже вроде покупал такую штуку. А это что? Что скажешь, мелкий гамник? Ты умеешь читать? Ну, как бы да, но... Ну, не буду. Так, ладно, пошли в дом. Да в натуре фильм, блин, тебя целый записали. Или нет? Мы найдем тебе новое тело. Обещаю. Не, по-моему, это одно и то же показывает, просто пуксочком. Да, зацикленное. Так, ну что, берем другого босса. Он остался. Так, можно пойти на ту планету, на астероид, можно на эту вернуться. Actually, I mean it. I'm not being snarky. That's so nice to see. Yeah, yeah, don't get too excited. We're not even the same species. Мы даже не одного вида. Look at you. You're getting the hang of this bounty hunter thing already. How'd the mission go? They killed a G3. Looks like I taught them well. Wow. Really? Whoa. Okay. Well, I'm impressed. Yeah, I was always hoping you'd find your calling. I didn't think it would be bounty hunting. But then again, I don't know what I thought it would be. Maybe hairstyling. And not good at it. And what's wrong with bounty hunting? Can you please tell this dried up sack of shit to go home? I don't want to share a couch with him. Tough titties. Where are you trying to run off to? Like I was saying. Tough titties, Leslie. You're kidding me, had a deal. It's Lizzie! And that's not my kid. Jesus, we're siblings. Sorry, I don't know how your species works yet. Sibling, fine, got it. Doesn't change a thing. I live here now. Come on. Can't he find his own place to stay? Hey, that's not right. I'm barely taking up any space. You know we had a deal fair and square. Hold on. I want to hear this. You know we had a deal fair and square. Так. Can stay. Он должен уйти или остаться? Даже не знаю. Ну, пускай остается. Come on. You got... Ой, мы еле его знаем. Выбираешь его или свою сестру? Ой, хоть что-то здесь нет, а ты тут сидишь просто... Да ты задолбала, я хочу наверх пойти. Sorry, my bad. You come waltzing back in here stinking like dirty Flimborg, of course I'm gonna get distracted. Boy, you know? Can't trust that species. Tweeg's harmless and nice. You're being spacist. And he's not my boyfriend. Yet. Trust me. Flimborg's a bad news. Come on, have my back here. Так. Get you to the space. Pickets. Лиза, you hold. Я не знаю, что выбирать. Whoa, really? You don't have to side with this guy just because he gave you some cool toys. Plus, I feel like he's just using you. Look, I appreciate the loyalty, kid, but I am. Тут все нас используют. Не переживай. Work on it.
I just don't think I can take much more of this guy. What, you think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave. But my legs don't work. I'm stuck listening to your boy trouble every time I'm trying to watch my stories. I can't even get peace and quiet in my own home because there's an alien cripple jerking off on my couch 24/7. Hey, come on, that's a high estimate. Ew, I was kidding. Вы закончили уже там бубнить или нет? Well, no, I was kidding. Aren't you gonna say anything? Whose side are you on anyway? Да ты задолбала уже. Oh, that's just great. Tossing your own sister to the curb. You know I'm the only other human you've got left right now, right? Hey, kid, I'm flattered. Really, I am, but I'm not gonna be your new sister or anything. Дьявол, не буду твоей новой сестрой или что-нибудь вроде этого. That's enough excitement for one day. You got more bounties to get to, kid. And you might want to check out the pawn shop to see what you can spend your new payout on, eh? Oof, that was tense. It's times like these I'm almost relieved I don't have any family left alive. But not really. I miss him a lot. Hey, just so you know, you can use so, the what kind of stuff did you do in here? Anything gross? You have to tell me. Like, seriously, come on. We're best friends now. Use them whatever and grind for money. Так, ничего, мы не можем использовать. Whatever. Up to you. Just thought I'd tell you. Тут ничего нет. Компьютер не работает, ничего не работает. Какая-то хрень. Так, что ты там хочешь? Good luck out there. I'm gonna go explore Blim while you're out there bounty hunting. Hey, be careful out there. Humans are a valuable commodity. Someone might try to snatch you up. I can take care of myself, Gene. Я могу сама о себе позаботиться. Ну, сходи. Don't think we're best friends just because you sided with me, kid. We're business. Ред, не думаю, что мы лучшие друзья. Может, ты подписался так. Короче, идите в баню. Жалко, это вообще пропустить нельзя было. Полетели. Совсем другая планета. Zephyr Paradise. Gorgeous, huh? Рай с кислотой. О, а вот и бабло. Две штуки. О, блин, надо было сходить купить. Я же получил награду за... Блин, ну ладно. Может, мы здесь что-то еще прикупим? Потому что там оно, как говорится, никуда не денется. А здесь... Хотя и сюда тоже можно будет попасть еще раз. Может, я тебя убью? Говнюк мелкий. Ой, лужица кислотная. Так, я уже вижу, он туда можно прыгать. Грибочек. А ну-ка, можно попасть на два сразу? Можно. О, неплохо. Музычка прикольная в игре. Блин, может, она сильно громкая? Где-то там, где... музыка. Нет, это не музыка. Музыка. О! Так, наверное, все-таки получше будет. А что это там такое за проходик? Бабки? Ага. Деньги-деньги. Маловато, ну и на этом спасибо. То вроде можно туда перепрыгнуть. И смотри, сколько их тут, гомняков мелких. Так, нам туда, понятное дело, но тут есть что-то туда, а там есть денежка.
Денежку возьмем. Понял. Стрелишь и получается платформа. Ну чё там, дай деньги. Так, еще дальше можно пройти. Весь вопрос, чего я сюда поперся? Хороший вопрос. Упс. Что-то пошло не так. Блин, в кислоте утонул. Зашибись. Так, подожди. Значит, стрельну сначала туда. А я туда вообще долечу или нет? Ну, бабло лежит просто. Так, ну давай поближе подойдем. Время не терять. Ага. Нормально. Бабло! Скажи, а? Так, еще дальше есть проход. Пещерка. Крауч. Какие-то мелкие жучки. Непонятно. О! Вот что сюда вообще пришел. А все остальное ерунда. Опа, здрасте. Ну теперь я уже думаю, что мне надо было туда сначала пойти. А может быть и нет. Сохраниться можно? Сохранение есть? Сохранения нету. Last checkpoint, последний. О, а вот бабло. Блин, где автосейв? Просто как бы... Что здесь делать-то надо? I don't want to be rude or anything. It's just that you said you help save all of my friends. They're just up in that village up ahead. Ну хорошо, хорошо, спасу твоих спасу твоих друзей, но сначала мне надо найти эту штучку, которая даст. А где что, что активирует вас? А, вот, блин. Опа. Вот этот номер. Блин, а как мне туда попасть? На грибок? А с грибка я туда не допрыгнул. А вот сюда? Наверное. Блин, забыл прыгнуть. В смысле? Нет. Так, что-то не то. Что-то не то.
На дереве можно постоять? Нифига. С камушка? Давайте попробуем с камушка. О! Есть бабло? Отлично. Ну, блин, автосейва нету, ёлки-палки. Я не могу. Ну и морда. А что ты это хочешь, белок? Куда там вниз идти? Мне надо вниз идти, мне надо вперед идти. Так, а что тут? Джамп, ага. Так, подожди. Разбежимся, прыгнем и... Ты смотри, перелетел, думаю, что нет. Угу, сейчас. Можно было просто убить его, ну ладно, будем знать. Когда они стоят рядом. Что за... Где кто? Да. Зачем и почему? Так, а там бабла нет? Ага, что-то светится. Ага, прячься. И иди сюда. Мама мия. Так, сколько там уже? 51 минута. Okay, shit, that village is swarming with cartel guys. How do you want to deal with this? The moblets live in this crappy village. Their lives must suck. Yeah, well, we did enslave them. Of course their lives suck now. Pretty sure we're gonna survive this. Okay, geez, alright, more combat. Alright, let's see what we got. Да нормально все будет. Опа, бабло. Где там еще кто? Ага, прячемся. Сюрприз. Где кто еще? Ага, вижу. Сколько вас там? Еще один, что ли, упали? Где? О, база. Пью-пью. Упс. Где этот мелкий? Карапуз. И где они все? В домиках, наверное, сидят. А, вот они.
Чё такая кислая морда? Привет. Конечно, я вас спас. Будет у нас какая-то награда? Сходи к нашему лидеру. А где ваш лидер? Так, а где же ваш лидер-то? Так, вижу деньги. Это уже хорошо. Не вижу... А, вижу препятствия. Я туда не залезу. У меня нет мода такого. Ой, а назад-то как? Спасибо. Так, ох, бабло еще вижу. Это ты босс? В смысле, главный тут? You guys are so strong. Oh, thank you. You know, listen, it was nothing. I really would love to see someone so strong. Ты нам не поможешь. Check out that mansion over there, huh? Looks a bit out of place. Да, вон туда нам надо. Но! Нам награду кто-то даст, не? Может, там кто-то есть? Так, а ты что скажешь? Мы теперь, говорит, не должны быть, не будем рабами G3 этих. Заставляет нас работать в шахтах там, что-то там. Материться. Ладно, это все равно не... Может, надо вернуться тому, кто нам задание типа давал? Что скажешь? Ничего не скажешь. Весь прикол в том, что назад-то не вернешься уже, вроде бы. Ну да. Вот тут есть эта поверхность, но я по ней, у меня нет такого... Такое, ладно, значит, 100 метров туда. Пошли. Я просто забыл, что у нас есть такая фигня. Вот и... We are Moplets, native to this planet. Our tribe is forever in your debt. Our leader would like to speak with you. Oh, okay. Наш лидер хочет с тобой поговорить. Карандаш, это не великоват, дружок. Hello there, Savior. My people were enslaved by the G3. Мои люди были как-то порабощены. Ты нас освободил. Но наши, говорит, братья все еще под землей. Так, так, what do you do doing here? Так. Давай, They did tests on us to see if we could trigger psychedelic reactions like a drug. But when we proved useless in that regard, they put us to work mining Fergals. Они хотели нас использовать как наркотик, но мы для этого бесполезны, поэтому нас засунули в шахту, что-то типа того. Yes, and those poor Fergals, so helpless. They're making Не могу просто. Какие они... Basically, our lives are super fucked. Давай деньги, я пойду. It's not good, but you freed us. Но ты нас освободил. И все теперь поменяется. Так, ну вот еще один вопрос. You know, we're actually looking for him to kill. What's this?
You aim to take down Krubus of the G3? Да, я пришел его завалить. Yeah, sure. Where is he? We'll get rid of him for you. That's difficult to answer. His work, though evil, keeps him very busy. He oversees many different minds. Хорошо, тебя тром. It's impossible to predict where he may be on any given day. My liege, what about the man in the mansion? Of course, a brilliant plan. My advisor is right. There's a man nearby who knows Krubus and has access. Сразу мы к нему посылать, начинаешь что-то рассказывать. Вон его дом стоит. Да я уже понял, что он там живет. If you could get your hands on his warp device, that could be very useful. Okay, sure. A guy in a mansion. That's the plan? Yes. He would appear to be our best chance. Godspeed, savior. Так, еще что-то есть. Can you tell us a little more about Krubus? I've only come face to face with him a few times, but he's an irritable one. Так, можешь нам что-то рассказать про него? Так, я видел его пару раз лицом к лицу, что там. Probably would prefer doing something a bit more glamorous. And he takes all his frustrations out on us. Oh man, I'm sorry. Sadly, there's nothing that can be done about it unless you kill him. That would do the trick. Ладно, ты убьешь его, это да, все сработает. What's the guy in the mansion like? Oh, his name is Ranchi Delarmo. Ranchi Delarmo. Seems to be old acquaintances with Krubus. We haven't dealt with him much, but he seems to have a penchant for Fergus. Oh god, he's a drug addict. Nonetheless, we may be able to use that to our advantage. He does have наркоман, говорит, мы можем это использовать. Или что-то типа того. Right, because of the drugs. Из-за наркотиков, да. Well, yes, he's evil, so он злой. Should be morally just. Yes, let's all just agree right now that it's morally just to manipulate him. I love it when we can agree. Hey, thanks for your help. Very well. Godspeed, saviors. А нам ничего не дадут, нет. Новые пришли. Или что там происходит? Ой, я случайно не ту кнопку нажал. Hey, somebody warped in over here. I bet we can cross now. Ага. Someone fucked up the coordinates. That was some good old-fashioned conflict mediation. Теперь мы можем пройти вон туда, да? Скорее всего, что да. А но мне как бы вон туда надо еще тоже. Может сначала туда? Блин, ну давайте тогда на этом серию закончим. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.